Что наступило Рождество. Да! Круто! С Рождеством, Стиви! С Рождеством, Ред! Стиви, смотри! Да, Ред. Что? Что ты видишь? Кофта! И что я должен тут увидеть? На нем такая же кофта, что я хотел тебе подарить! А ты не думал, что он купил такую же на распродаже? Нет! Он из будущего! Стиви, смотри! Да это же ты! Ред, тебе нужно поменьше смотреть Стартрек. Это просто парень, который упал с потолка. Эй, дружище, с тобой все в порядке? Ред, значит, ты считаешь, что это Стиви из будущего? Ага, а в чулане у нас заяц-убийца. А ты, значит, Стиви считаешь, что этого просто не может быть, да? Энис, ты же не поверил во всю эту чушь. Обожаю кашемировый шок. Если представить, что пространственно-временной континуум – это печенье, а течение времени – это Кока-Кола, то мы получаем этот график. Парни, у вас есть вопросы? Энис, где ты взял график? Надо же, это как в одном из фильмов ужасов. Сначала вырубается свет, а потом всех мочат по одному. Энис, ты заплатил за свет? Я заплатил еще неделю назад. Надо проверить пробки. Я проверю. А мы пока проверим, что шумело на кухне. Встретимся в гостиной. Окей. Тебе это ничего не напоминает? Что за черт? Фернандо Альварес в сериале «Сибирский пилильщик».
Эй, вы, а ну, пилим там. Энис, что здесь происходит? Парни, я как раз починил пробки, и тут начался мой любимый сериал. Ну вот и не закончил пилить. Полный 7-й сезон. Только на нашем канале, а также на DVD после премьеры. 7-й сезон? Энис, сейчас не время смотреть тупые сериалы. А ну не дергайся, пацан. А затем я вошел во временной тоннель, чтобы спасти всех от кролика и предотвратить будущее. Алло. Эй, здорово. Стив там? Это Марвин звонит. Привет, Стив. Теперь ты понял, что я еще не мертв? Что тебе нужно от меня? Поговорить. Приходи один. Я думаю, это будет не лучшая идея. Тогда я поговорю с Редом. Он как раз сейчас бреется в душе. Теперь ты понял, что нам звездец. Так, без паники, мы должны спасти Реда. О чем ты говоришь? Да это же Ред! Да, ты прав. Но это не значит, что мы будем рисковать жизнью из-за него. Какого черта он вообще делает в душе? Так, а ну быстро все в ванную! Нет! А ну живо! Я тоже, наверное, не пойду. Эй, там за вами что-то движется! Боже мой, что там за елкой? Мне страшно! Это, блин, я. Иди сюда. Где Энис? Он бежал за мной, а потом побежал в другую комнату. Придется его искать, если кролик найдет его раньше. Какого черта? Парни? Стойте, глупцы! Вот мы и встретились, Стиви. О боже мой, это же ужас! Oh,
Твоя сила, отстой! Сдавайся! Я никогда не сдамся! Ты убил Ретта! Нет, Стиви, ты убил его, когда не успел в ванную. Ты должен отправиться в прошлое и сделать то, что не вышло у меня. Но как я попаду в прошлое?